и что-то прекрасное в заброшенных и полуразрушенных останках былой цивилизации. Это отголоски нашей многогранной истории. Величественные сооружения некогда процветающего человечества, безмолвно доживающие свой век, проросшие зеленью, потрепанные войной и временем, являются отпечатком великой эпохи. Эпохи тех, кто был слишком самоуверен и беспечен, эгоистичен и жесток. Кто, к сожалению, или может к счастью, не смог отстоять свое право на жизнь.